Прочистка ливневых канализаций – одна из составляющих подготовки к осеннему периоду. Особое внимание уделяется ливневкам на участках дорог, которые работают с максимальными нагрузками, чтобы система слива справлялась с дождевой водой. По городу сейчас прочищена почти вся сеть ливневой канализации. Ну, по улице Автостроителей, Ленина, Гвардейская, Свирская, Западная, Победы, Циолковского. Ну, наверное, выполнено 90% работ. В четверг ливневку прочищали на улице Черемшанской. По словам коммунальщиков, здесь загрязнение трубы составляет около 60%. Сегодня на этих работах задействовано 3 дорожных рабочих и 2 автомобиля спецтехники. Это как каналопромывочная и АС-машина. Работы на улице Черемшанской займут около 3 дней, после чего коммунальщики перейдут на расчистку ливневок на улице Гагарина. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.